все, що бачить телеглядач на своєму екрані, він бачить очима оператора, адже саме від нього залежить, як буде виглядати дія, яка відбувається перед камерою. Телеоператор – це майстер, який має володіти багатьма творчими та технічними прийомами. Отож, сьогодні з професією телеоператора я познайомлюся ближче. Валентин Пантелійович пам'ятає, що телебачення 50-х років. 50-е годы прошлого столетия в бывшем Советском Союзе началось бурное развитие телевидения. В Николаеве было решено поставить ретрансляционный центр. Для этого была поставлена эта высокая вышка, ретранслятор. И вот то здание, где сейчас находится наше монтажное, то было и наверху, на втором этаже были передатчики, внизу были их рипы и так далее. Но местная власть, как и везде на местах, решила, что надо иметь собственное телевидение. Поэтому они любыми путями добивались для того, чтобы иметь здесь собственное телевидение. Был здесь у нас первый директор Барабаш, который был очень высокой, проявил большую инициативу. И в 1955 году началось строительство, ну, сначала готовили документацию, началось строительство ретрансляционного центра. Сьогодні залюбки показує нам свої фотокартки та ділиться своєю багаторічною історією. За роки роботи де тільки не був, де тільки не знімав. І на Южноукраїнській атомній станції довелося побувати. І навіть на славнозвісній яхті «Ікар», яка здійснила перше кругосвітнє плавання. Безумовно, телебачення тоді і зараз – це зовсім протилежні речі. Тоді ще було чорно-біле вещання, оборудование було на лампах, требовало очень много света. Здесь были светильники, такие, которые применялись на киностудиях. Лампы очень мощные. Было много света, здесь было жарко. Даже были случаи, когда в обморок люди падали. Потом появился свет со временем тоже. А сейчас вот пошла новая аппаратура на матрицах. Надо было знать параметры кинопленки. Вот. И у кинооператора было только кольцо фокуса, кольцо диафрагмы и кнопка. И все остальное надо было думать. Были экспонометры, ты должен был знать, какая у тебя пленка, какой чувствительности. Надо было знать обработку пленки, надо было знать, как она, ну, знать фотохимию. В студии ограниченная площадка, здесь у нас есть осветительная аппаратура. Мы можем заранее подготовить по свету, выверить все. Вот здесь специфика немного другая. Здесь более спокойная, хотя тоже не совсем спокойная, но в отличие от той, потому что я 30 лет с кинокамерой ездил, и еще с видеокамерой ездил где-то лет 5, около 10, вот, потому что я знаю эту специфику. Вот. Здесь есть свои особенности, здесь можно все выверить и поставить так, как тебе это хочется. Там тоже можно сделать, как тебе хочется, но не всегда, потому что хроника некоторые ошибки прощает, но нет существенное по видео, они простят тебе, конечно. Ряд ошибок может простить, потому что то событие, и ты на событие, это не художественный фильм, хотя тоже требуется качество высокое. Нынешняя работа. Видеооператор, конечно, думает, какую кнопку нажать, какую функцию выбрать, как в данной ситуации, в которой он находится, это тоже надо думать. Вот. И компоновка кадра, надо вытоптать все эти кадры, надо набрать, потому что каждый кадр – это как слово. Он должен знать монтаж. Если ты исходный материал принес для монтажа неграмотный, то с него тяжело смонтировать нормальный материал. А если ты исходник дал нормальный, можно смонтировать нормальный материал. А если ты так помахал камерой и снял, то, конечно, надо мучиться, чтобы хоть что-то сделать. Про такие камеры, как в наш час, доводилось лишь мріяти. Тебе все видно, и там на кнопках ты понажимал себе все параметры, и фокус получишь, и баланс по цветовой температуре получишь, и получишь все, как тебе только за композицией кадра надо следить. Звісно, теж треба думати. Дуже хочеться запитати, щоб стати телеоператором, потрібно спеціально навчатися, чи достатньо мати хист і бажання? Якщо на должность редактора може прийти чоловік, який закінчив філологічний інститут по язику і літературі, і працювати, тут же включитися, некоторое время адаптується, і він легше йому включитися в журналістську роботу. Режиссер, если он закончил театральный институт,
То ли он актер, то ли режиссер, тоже ему легче, он изучал эти науки. Что касается оператора, их мало выпускают сейчас, потому что ограниченное учебное заведение. Когда-то в Советском Союзе было только один ВГИК, Институт кинематографии, ну еще потом в Ленинграде. Сейчас в Киеве работает при Институте культуры или Институте Корнейчука театральном, там есть факультет, вот, который выпускает операторов. Но их мало выпускают, поэтому целая армия людей пришла на телевидение. Раньше в кино пришли люди, которые занимались фотографией. Вот я занимался фотографией, потом там, где я работал, была кинокамера, мне здесь давали пленку. Прежде чем я пришел на студию уже работающий, мне сразу дали профессиональную камеру, сразу дали ответственные работы. Потом, ребята, которые сейчас приходят, ребята, которые, ну, где-то свадьбы снимали, кто же знакомый. Сейчас камер много, сейчас дети даже снимают. Вот, и в этом вопросе немного проще. Но знания надо иметь. Надо знать нормально, хорошо композицию кадра. Вот. Надо знать теорию экспонометрии, хотя здесь помогает экспонометр, который там уже вмонтирован в камере, но все равно экспонометрию надо знать. Потому что иногда, бывая в таких сложных условиях, где ты можешь сознательно изменить цвет, сознательно что-то забить, допустим, детали в тенях или в светах, ты меняешь экспозицию, ты должен знать, значит, в экспозиции есть такой раздел, как зональность в экспозиции. Ты должен знать зональность в экспозиции. Как, ну, хотя там все видно. Если это кинопленка, то там надо подумать, что у тебя получится. А здесь ты видишь, можешь сам отрегулировать. Вот. Ну что, короче говоря, надо знать. Свет, вот, экспонометрию, композицию кадра, монтаж обязательно надо знать. Должна быть логичность. Я сейчас не буду говорить о монтаже, там есть единство целого, там психологический фактор и так далее, и так далее. Начиная с немого кино, потом, когда звук появился, немножко по-другому методика поменялась. Это все наработки изучали в свое время, психологическое восприятие и так далее, что это самое, выработали теорию монтажа. Вот. И она там, конечно, как и композиция, если что-то нарушается, должно быть оправдано. А то обычно идут строго. Вот. Конечно, творчество есть, это шаблонов нет, но есть наука, которой надо придерживаться. Валентин Пантелеєвич, як справжній професіонал, своїми знаннями теж ділиться і залишає за собою послідовників. Євгеній оператором працює вже 2 роки. Спочатку працював в якості освітлювача. Особенно съемки в студии, смотрите, уже у нас как бы свет, спецсвет есть в студии, есть у нас декорации, то есть как-то отличается работа в студии и на выездах. Получается, здесь мы уже работаем со светом, который уже есть здесь, то есть его осталось только грамотно выставить, все, и сделать, поставить те декорации, которые мы уже должны знать, потому что нам художник у нас есть. Со временем перешел в операторы. І зараз студійний оператор і спецосвітитель. Євгеній розповідає, що оператор в студії повинен володіти прийомами композиції кадру та світловим рішенням, знати досконало знімальну та освітлювальну техніку. Здесь больше задействовано людей в работе. Монтаж, режиссер монтирует. То есть зависит, вот мы даем планы, тут в студии пару камер. Мы даем планы, а уже от режиссера зависит, покажет он это, не покажет. То есть я вижу это так, она говорит, нет, надо так наехать. Євген не приховує, що хотів би побувати на виїзних зйомках. На виїзді веселее, я согласен, там більше їздиш, більше ти сам працюєш, більше бачиш планів. Але ж і в студії нудьгувати не доводиться. Бувають курйозні моменти, бувають, що опаздывают, например, гости, мы там это все быстро делаем, пока свет выставишь. Бывает, всякое бывает. Во время, там, когда сюжет идет, мы ж тут балуемся, там, пьем чай, там, обсуждаем то, что мы плохо сделали. У меня был хороший учитель Валентин Пантелеевич Бузник, он меня быстренько этому натягал, как говорится. Надеюсь, скоро буду на выездах работать.
Ну, скучновато. В студии, конечно, когда ты уже это все освоил, то уже хочется, да, на выезд ездить. Но все равно здесь студия тоже нужна, потому что все, ну, как бы передачи такие стандартные происходят здесь. И... Никак без нее. Сьогодні моїм вчителем буде Євгеній. І настав час і мені спробувати себе в ролі оператора і стати по той бік екрану. Безумовно, мені як новачку в цій справі непросто, адже я як ведуча не кожного дня чую такі слова, як композиція кадру, середній загальний план, діафрагма, фокус, панорама та наїзди. Перше, чуть-чуть, давай зробимо. Композиційна побудова кадру, рух камери та зміна планів – ось ті методи, які має використовувати оператор. Мені, наприклад, важко знімати в прямому ефірі, адже не можна попросити гостей зробити другий, третій дублі. А тому потрібно миттєво зорієнтуватися в обстановці. Треба вміти відчувати людей, знати, коли потрібно крупним планом зняти очі, коли, наприклад, людина говорить не зовсім правду. А ще у оператора є навушники, в які режисер говорить, який хоче бачити кадр, його крупність та інше. Отож, на власному досвіді я зрозуміла, що професія телеоператора – це робота, яка розкриває набагато більше кордонів, вчить бачити світ і спілкуватися з людьми.